Лучшие дачные участки выбрали на Камчатке. Итоги традиционного конкурса единороссов подвели накануне в Елизовском ДК, где собрали всех участников проекта. С приветственным словом к ним обратился председатель краевого парламента Валерий Раенко. Он поздравил конкурсантов и пожелал им дальнейших успехов в непростом садоводческом деле. И то, что число участников конкурса из года в год растет, это здорово. Значит, он нашел свое место в жизни. И эта площадка, я понимаю, не только делает лучше людей, потому что работа на земле, она действительно какой-то душевный настрой такой положительный создает. Но самое главное, что вы еще обмениваетесь опытом, своими находками. Диплом победителя и денежный сертификат за первое место достался Нине Пискаревой из «Сотоиндустриец». Диплом призера и денежный сертификат за второе место получила Татьяна Полещенко из «Дружбы». Диплом призера и денежный сертификат за третье место вручены Галине Галкиной из «Сотоприлив». А самой главной наградой мероприятия стал Кубок губернатора, который был учрежден по инициативе Владимира Илюхина. Его обладателем стал сот «Березка». Победители, в свою очередь, преподнесли ответный подарок организаторам конкурса – искусно оформленные корзины с урожаем. Особая благодарность нашему губернатору Владимиру Ивановичу Илюхину за внимание к дачным хозяйствам и людям, которые с увлечением и творчеством облагораживают нашу камчатскую землю. Хочу отметить, что работа на даче – это не только подспорье в плане сельхозпродукции, это активный семейный отдых, это физическое и эстетическое воспитание наших детей и внуков. В общем, дача – это красота и здоровье. Напомним, что конкурс «Лучший дачный участок», целью которого является пропаганда благоустройства дачных участков и реальная поддержка лучших дачников, проводится на Камчатке уже в четвертый раз. В этом дачном сезоне конкурс собрал рекордное количество участников – 100 человек. Подпишись на каналы «Масс Медиа Ньюс» в Facebook, YouTube и Instagram.